Прежде всего, развитие территории зависит от состояния дорог. Именно поэтому их строительством решено заняться в первую очередь. С Азовска начинается северный микрорайон. Улица станет одной из центральных на этой территории. Еще вчера здесь росли сплошные кустарники и сорная растительность. Но за дело взялись сотрудники администрации, работники коммунального хозяйства, спасатели. 20 человек, вооружившись бензопилами, триммерами, топорами и другим инвентарем, приступили к расчистке участка, где в дальнейшем будет построена дорога. Перед тем, как нарезать дорожное полотно, сейчас проводятся работы, подрядчик работает по изготовлению проекта планировки северного микрорайона. Мы перед тем, как нарезать дорожное полотно, расчищаем в рамках санитарной пятницы, расчищаем, как видите, от веток, от поросли, от дикорастущих, как бы расчищаем эту улицу для того, чтобы потом техника работала уже на подготовленной площади. Эта дорога начинается от поста ГИБДД, что на въезде в город со стороны Курганинска, а заканчивается она заводской частью 3219. В целом протяженность 2,5 километра. Как только территорию расчистят, сюда зайдет тяжелая техника и начнется строительство дороги. Если посмотреть, на начале улицы уже стоят забиты колышки, как бы она как бы отмежована, эта улица уже специалистами. Заходит техника, будет производиться выемка грунта, утрамбовка, засыпка, ну и перевод ее, как бы, или как сказать, строительство ее в гравийном исполнении пока. Наталья Литвиненко, Георгий Сопов, телекомпания «Алаба».